Всем привет, с вами Прия. Сегодня дали мне одну такую интересную команду, один интересный текст с целью возвращения старых вещей, скажем так. Внимательно приглядитесь к моему интерфейсу. Внимательней. Особо внимательные могли заметить то, что сила артефакта разделена друг с другом. То есть спокойно видно миллионы, тысячи и там сотни, десятки, нули. Спокойно видно голду, она не сжата друг к другу. И это относительно классно. И есть такой классный макросик. Вы пишете его в чат, и у вас возвращаются старые числа. Те, которые были до 7.2.5. Потому что то, что мы увидели в 7.2.5, эти сжатые числа. Ну, я понимаю, для чего это сделано. Это сделано было к тому, что количество силы артефакта весьма большое, и чтобы особо место это не захламляло, сделали именно так, что цифры сжаты друг к другу. Но мне так не понравилось, и я с радостью ввел этот текст и наслаждаюсь текущим разделением сил артефакта. Да, небольшой вам жизненный урок. Все-таки видосики должны быть еще и полезными в какой-то степени, как для игры, так и для чего-либо еще. Это, знаете, как советы при этом самом, при входе в игру, такие советы при загрузке. При общении с человеком не стесняйтесь брать у него какой-либо второй вид связи по типу батлтага, номера телефона или почты. Так вот, всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше и силы артефакта, чтобы у вас тоже было такое огромнейшее число. Я в вас верю. До скорого.